Перед нами новинка от Acer – передовой коммуникатор NeoTouch S200. Устройство снабжено максимальным набором возможностей и достойным оформлением. Гаджет наделили одним из самых мощных процессоров, которые вообще используются в коммуникаторах. Кроме того, пользователя порадует наличие полного комплекта современных интерфейсов – GPS-навигация, Wi-Fi и Bluetooth-коммуникации, FM-тюнер с поддержкой RDS и многое другое. Бесспорным преимуществом, конечно же, является огромный 3,8-дюймовый экран. И самое главное, что цена S200 очень даже конкурентна способна по сравнению с аналогами. Новый коммуникатор достаточно легкий, удобно располагается в руке владельца и имеет приятную толщину – всего 12 мм. В дизайне он хоть и отдаленно, но все же схож с iPhone. В традиционном для коммуникаторов стиле кнопок управления минимум, и большинство из них сенсорные. Пользоваться ими удобно, но символы на кнопках не вполне понятные – линия, квадрат, галка, так что поначалу придется немного привыкнуть. При нажатии клавиш или элементов на экране каждое действие сопровождается вибрацией. Выбирать пункты меню придется нажатием пиктограмм на экране, так как кнопки «ОК» здесь просто нет. На торцах расположены старые добрые механические кнопки. Питание слева, громкость и камера справа. Как и положено, 3,5-миллиметровый аудиоразъем сверху, мини-USB снизу. Последний поддерживает Mass Storage, а значит S200 можно подключить к компьютеру без драйверов. Сверху гнездо для стилуса. Коммуникатором вполне удобно пользоваться и без него, тем более что стилус уж очень тонкий и короткий. На задней крышке нет выступающих элементов. Это красиво, но не всегда практично, так как звук динамика будет приглушаться, когда телефон лежит на столе. Ничего необычного в комплекте поставки найти не удалось. Гарнитура, один стилус, универсальное зарядное устройство, USB кабель и программное обеспечение. За дополнительными аксессуарами придется идти в магазин, как минимум за чехлом, дабы не поцарапать глянцевые панели гаджета. Радует наличие стандартного аудиоразъема 3,5 мм, который позволяет не искать переходники или специализированную гарнитуру, а подключать любимые наушники напрямую. TFT-экран Acer S200 имеет рекордную в своем классе диагональ – 3,8 дюйма, а разрешение его составляет 800 на 480 точек, что равнозначно формату обычного фильма на DVD. Качество изображения хорошее, хотя яркости и насыщенности хотелось бы больше. Зато экран обладает неплохими углами обзора. Свой новый коммуникатор Acer оснастила 5-мегапиксельной камерой, которая дополняется кнопкой спуска, вспышкой и, конечно же, автофокусом. А вот защитную шторку, видимо, сочли лишней. Программный интерфейс камеры удобен и функционален. Пользоваться им одно удовольствие. Хотя максимальные размеры снимка 2592 на 1944 точки, качество фотографий среднее. Зато видеоролики выглядят очень неплохо. Если, конечно, не предъявлять к ним голливудские требования. В коммуникаторе нет фронтальной камеры, но мы не считаем это недостатком, в силу того, что пользоваться ею приходится крайне редко. Богатый набор интерфейсов оставит довольным даже требовательных пользователей. Модель оснащена Bluetooth версии 2.0 с поддержкой EDR, Wi-Fi и даже модулем 3G, который не является необходимостью, но его наличие приятно. Тем более, что S200 умеет самостоятельно переключаться с GPRS на 3G и обратно, обеспечивая максимальную скорость работы в интернет. Расширить мультимедийные возможности позволяет слот для microSD. Правда, часто менять карту не совсем удобно, придется снимать заднюю крышку. Подобно другим коммуникаторам, S200 отключает питание от карты памяти при выключении дисплея, и прослушивать музыку таким образом не получится. Коммуникатор оснащен самым быстрым из доступных на рынке мобильным процессором Qualcomm с частотой 1 ГГц и 256 МБ оперативной памяти. Конечно, приятно, когда в твоем мобильном устройстве мощь способна потягаться с производительностью ноутбука. Большинство программ работают очень шустро, и устройство в целом не тормозит. Гаджет легко воспроизводит видео стандартного DVD разрешения, но максимальные возможности процессора удастся раскрыть лишь в будущем, так как далеко не все программы поддерживают такую скорость. Из 512 МБ флеш-памяти пользователю доступно около 300, но на практике, даже с учетом большого количества установленных программ, этого более чем достаточно для комфортной работы. Acer S200 управляется последней версией Windows Mobile 6.5, а фирменное приложение от Acer обеспечивает быстрый и удобный доступ к звонкам, SMS-сообщениям и контактам. Еще 6 ярлыков на экране можно назначить по своему усмотрению. Коммуникатор буквально пронизан ориентацией на социальные сети. Учитывая модную нынче тенденцию, пользователь сможет быстро получить доступ к Facebook, Blogger, YouTube и Flickr. А на выбранный в телефонной книге контакт можно не только позвонить, отправить SMS или письмо, но и сразу же посетить страничку в социальных сетях, куда входит
данный человек. В арсенале пользователя также имеется утилита восстановления данных, оптимизатор памяти и такие сервисы, как YouTube, карты Google и многое другое. Также на большом экране коммуникатора очень удобно пользоваться возможностями встроенного GPS-модуля, особенно при обилии карт, доступных для скачивания через интернет. Полезными элементами также можно считать относительно крупные часы и простенький, но вполне работоспособный диспетчер задач. Стоит отметить и достаточно крупную клавиатуру, пользоваться которой можно даже без пера. Гаджет снабжен датчиками освещенности и поворота. Последний в Windows Mobile практически не работает, так что довольствоваться этой функцией можно лишь при вводе SMS и просмотре фотографий, что, впрочем, тоже приятно. Acer S200 питается от аккумулятора на 1350 мАч. В режиме разговора коммуникатор работает до 5 часов, а в режиме ожидания – до 2 недель. Но на практике при средней нагрузке устройство придется заряжать каждые 1,5-2 дня. И такой показатель идеальным не назовешь. Среди основных конкурентов в своем классе Acer OneTouch S200 выигрывает выгодной ценой и главной фишкой – самым мощным процессором. Хотя достойной альтернативой этому коммуникатору могли бы стать Toshiba TG01, Samsung i8000 Omnia 2 и, наконец, флагман HTC – коммуникатор Leo. Acer S200 получился одним из лучших коммуникаторов на базе Windows Mobile 6.5. Он мощный, стильный и относительно недорогой. Кроме выдающегося быстродействия, примечательно и топовое оснащение. Большой экран, неплохая камера, полный набор коммуникаций, аудиоразъем 3,5 мм. Среди слабых сторон можно отметить маркий глянцевый корпус, который быстро царапается, а также не самые лучшие показатели автономности.